Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах в прямому ефірі ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні гість студії я хочу представити Кирила Нахімчук, голова відділення Нотаріальної палати України в Миколаївській області. Вітаю вас, добрий пане день. Кирило. Добрий день. Хочу зазначити на початку програми, що ми будемо говорити сьогодні з приводу актуальних питань оформлення спадщини. Якщо у вас будуть виникати запитання, можете телефонувати до нашої студії і ставити їх за номером телефону 47-63-37. Наш експерт буде відповідати. Отже, пане Кириле, відразу ж почнемо з актуального питання, який розповсюджується у всесвітній мережі і в соціальних мережах. Така інформація, наскільки вона правдива, ви зможете зараз підтвердити або спростувати, що з 1 листопада 2017 року неможливо буде оформити власне спадщину і оформити такі процеси дарування. Прокоментуйте, будь ласка. Да, добрий день, уважаемые телезрители, добрый день, Наталья. Действительно, эта информация распространяется и в интернете, и в социальных сетях. Это утка. Эта информация была актуальна 4 года назад, в 2013 году, когда в результате решений правительства была попытка монополизировать рынок оценки. Согласно этому решению, все оценочные фирмы лишились права совершать, заниматься своей непосредственной работой. Было создано там полтора десятка оценочных фирм в городе Киеве, были они по одному адресу, и по сути дела им дали монопольное право совершать оценки по всей стране. Но то есть подобная ситуация уже возникала? Это именно эта ситуация, о которой идет речь в этой информации, которая разгоняется по интернету и по социальным сетям. Это действительно было в 2013 году. После того, как сменилась власть, после того, как режим Януковича оказался не у власти, вот, это постановление Кабинета министров отменили. Субъектам рынка оценки вернули все их полномочия, все нормально работают, то есть никаких монопольных больше действий, никакой паники нету. Все сделки и наследство нормально оформляются, вы можете обратиться к любому оценщику, который работает, неважно, в Николаеве, Вознесенске, в Киеве. Он произведет оценку, нужную вам, если она нужна. Единственное, что нужно учесть, что не во всех случаях оценка нужна. Прежде чем бежать и заказывать оценку, сначала обратиться нужно к нотариусу, который определит степень родственных отношений и скажет, нужна ли вам для оформления дарения и наследства оценка или не нужна вообще. То есть это в индивидуальном, так? Это утка четырехлетней давности. Ну, мы сейчас не будем обсуждать, кто и зачем ее разгоняет. Возможно, у людей есть какие-то резоны. Но эта информация не соответствует. Периодично выникает, так, да. Стихает, но выникает. Каждый раз к концу лета ее почему-то пытаются разогнать в преддверии вот наступления ноября. Самый листопад. Может, кто-то пытается продажи простимулировать, может, кто-то пытается панику создать, но из года в год, вот уже 4 года эта информация появляется. Тобто все в порядку, все да. Працює, все нормально. Все работает, все можно оформлять. Ми говоримо сьогодні з приводу актуальних питань оформлення спадщини. Якщо у вас будуть виникати запитання, 47-63-37. І поговоримо, власне, зараз про такі ситуації, так скажімо, міжкордонні. Коли спадщина за кордоном, а спадкоємці в Україні і навпаки. Яким, як регулюється це питання? Ну, нужно чітко сразу розділити ці два случаї. Перший случай – це коли наследство відкривається в Україні, а наслідники знаходяться за пределами України. І другий случай – коли наследство відкривається за пределами України, а наследники находятся в Украине. Абсолютно кардинально разная модель поведения в одном и в другом случае. Если наследство открылось в Украине, открылось для простоты, будем считать, что человек постоянно проживал и умер в Украине. Вот в этом случае открытие наследства происходит в Украине. Оформляться оно будет по месту последнего постоянного жительства нотариусом соответствующего административного округа, города, района,
Вот. И где бы ни находились наследники, неважно где, в Америке, в России, там, в Прибалтике, они должны подать заявление украинскому нотариусу. То есть, если наследство открылось в Украине, оно будет оформляться в Украине. Но есть нюансы, которые заключаются в следующем. Если у человека, проживавшего в Украине, умершего в Украине, после которого наследство открылось в Украине, есть недвижимое имущество, находящееся в других государствах, тут начинаются сложности. Во-первых, согласно, мы ниже чуть будем говорить, Конвенции о правовой помощи стран СНГ, установлено правило, что недвижимость оформляется по месту нахождения недвижимости. То есть, если у нас у гражданина Украины, постоянно проживавшего в Украине, осталась квартира где-нибудь там в Магадане, вот, то эту квартиру по наследству нужно будет оформлять в Магадане. И за законодавством чи Соответственно, по законодательству Российской Федерации. В данном случае это наследственное дело, которое будет оформляться в России, оно носит такой вторичный характер. Сначала должно быть дело заведено в Украине. Наследники, состав и количество должны быть определены нотариусом здесь, а потом уже путем обращения к нотариусу Магадана, запроса через соответствующие инстанции копии наследственного дела, нотариус, к примеру, в Магадане, увидит, кто уже является наследником согласно материалов дела. Вот. И этим же наследникам он выдаст наследство на ту квартиру, которая находится там. Совсем другая ситуация, если человек, гражданин Украины, к примеру, находился на постоянном месте жительства за пределами Украины и умер там. То есть, ну, к примеру, там в Чехии, неважно, на ПМЖ был. То есть наследство у нас открылось в Чехии. Гражданин Украины находился там на постоянном месте жительства, то есть это его последнее постоянное место жительства. Наследство будет оформляться по законам Чехии. Имущество может быть в Украине. Наследники могут быть в Украине, но наследство открылось в Чехии. И, соответственно, а сейчас в связи с безвизом у нас достаточно много граждан будут им пользоваться, будут уезжать сначала в туристических целях, потом, по всей видимости, а в многих странах Европы приобретение недвижимости дает право на вид, на получение вида на жительство. Наверняка этим люди будут активно пользоваться. Так что будут возникать ситуации все чаще и чаще, когда после граждан Украины наследство будут открываться в странах Европы, к примеру, или неважно, в любых других. И тогда гражданам Украины нужно понимать, что им нужно будет оформлять наследство за границей. Это однозначно сложнее. Мало того, что мы не знаем и не можем даже теоретически знать законодательство всех стран всего мира. То есть это однозначно нужно обращаться уже за помощью к специалистам. Раньше в пределах Советского Союза была организация InjurCollegia, иностранная юридическая коллегия, у которой было монопольное право на оформление наследства граждан СССР на имущество, которое осталось им досталось после каких-то родственников за Сьогодні границей. нотаріальна палата може, відділення може допомогти? Відділення може допомогти путем консультації тільки лише, що нужно делать. А от уже, Послідовність, так? да, Процедура. что и как нужно делать. А от уже выбор фирмы, через которую нужно будет оформлять это наследство, там проверка репутации этой фирмы, насколько она серьезная, или там люди только в интернете почитали, как нужно оформлять наследство за границей, никогда этого не делали, или у фирмы уже многолетний опыт работы и ни одно наследственное дело. Тут ответственность ложится на непосредственно гражданина, наследника. Поэтому из рекомендаций можно дать первое. Ну, когда-то
in your коллегия брала 40% от стоимости наследственного имущества за свои услуги в Советском Союзе. Это была очень большая сумма. По сути дела, половину наследства забирали. Потому что они были монополистами. Наследство не захочется. Ну, да, там после этого какую-то часть они продавали. По сути дела, наследнику на сберкнижку уже перечислялись только какие-то деньги. Ну, граждане Советского Союза были достаточно сильно ограничены в правах. Сейчас такого нету. То есть, если вы хотите сохранить имущество, это в натуральном виде, если вам достался особняк где-то на Средиземном море, вы не обязаны его продавать. Вот. Если у вас деньги есть, чтобы уплатить налоги, сборы и так далее, вы не обязаны отдавать на откуп компании, которая будет оформлять ваше наследство, абсолютно все. То есть, первое, внимательно читать договор, который... Вы нашли фирму, которая согласилась заняться вашим наследственным делом. Вы почитали отзывы, вас устраивает ее репутация. Вот. Вы начинаете читать, и там написано, что вы все права полностью передаете этой фирме, она вольна за вас решать, продавать, не продавать недвижимость, устанавливать цену и так далее. И вам этот договор дают как неизменный, в котором вы не можете поменять ни одной буквы, аргументируя это тем, что вот так все делают. Никто Саме так тут не треба делает. Сказати стоп. Треба вот тут нужно сказать все, да? стоп и сказать нет, ребята, я вас нанимаю, я вам плачу деньги. Поэтому вот вы делаете вот это, вот это, вот это, вы заводите дело, обращаете там к нотариусу, по моему поручению платите все платежи, получаете на мое имя документы, и после этого стоп, что дальше делать с моим имуществом, я решу сам. Или я никуда не хочу ехать, вы мне привозите отчет, я вам говорю, продавайте, вы продаете и перечисляете мне деньги. Вот нету сейчас монополий. Нету обязаловки. Единственная обязанность, которая у вас есть, это по итогам получения этого наследства обратиться к хорошему налоговому консультанту, который скажет, где и сколько раз вы должны уплатить налог. В стране нахождения недвижимости, либо в Украине, либо и там, если с Украины с этой страной нету, не заключено договора об избежании двойного налогообложения, может случиться так, что налог нужно будет уплатить и в том там, государстве, там, и в Украине. Это обязательно нужно сделать, потому что если вы это не сделаете, не укажете это имущество или доход в декларации, вы как минимум получите штраф за неправильную подачу или не подачу декларации, как максимум еще получите штрафы и пені по налоговому законодательству. Пане Кирило, обов'язково звертатися особисто, так би мовити, фізична присутність спадкоємця, чи можна через інтернет-ресурси? Значить, ну, к сожалению, або листування, певно. Да, не во всіх государствах возможно ще обращаться через інтернет, навіть скорее всего, в меньшем количестве государств это еще возможно. Как правило, принятие наследства – это процедура личная или почтово-личная. То есть в Украине нужно обратиться к нотариусу либо лично, либо воспользовавшись услугами Укрпошты. Все. В других государствах кое-где допускается электронная почта, вот, кое-где допускается обращение там, путем скайп-конференции и так далее, но это скорее исключение, чем правило. Але ці нюанси треба знати, треба з'ясувати. Да. Єдиним основним документом, що регулює такі міжкордонні відносини щодо оформлення права на спадщину, є конвенція з правової допомоги країн СНД. Да, да. Це вот существенне уточнення, тобто після розвалу Советского Союза, когда связи были еще между республиками очень сильные, практически, наверное, у каждой семьи были трансреспубликанские связи, и этот разрыв происходил очень болезненно, то между государствами, которые вошли в организацию под названием СНГ, Содружество независимых государств, да, а туда не вошли у нас страны Балтии, и туда не вошла Грузия. Вот. Все остальные бывшие республики Советского Союза туда вошли.
Был заключен очень прогрессивный на тот момент, юристы-международники разработали договор, основные принципы которого в плане наследования касались следующего. Недвижимость оформляется в стране, где она находится, движимое имущество оформляется в стране, где открыто наследство. Вот это два базовых принципа, которые нужно понимать. То есть, если у вас домик, вы его в любом случае будете оформлять там, в той стране, где он находится. Если у вас сберкнижки, счета в банках, имущественный пай какой-нибудь, земельный пай, который по сертификату не земля по госакту, а право на земельную частку пай на подставе сертификату, оно оформляется в стране, где открыто наследство. Вот это очень важный момент, который, к сожалению, очень многие путают. У нас есть незавершенная процедура распаевки земли, которая заключается в том, что люди, получив сертификат на право на земельную частку пай в условных кадастровых гектарах, не выделили эту землю в натуре. На цьому заспокоюється. Да. Далі не доведений процес. І це получається право на землю, не сама земля. Так от, права оформляються по місту відкриття наслідства. Тобто придеться їхати там в другую страну к нотаріусу, щоб оформити право на українську землю. І следующий момент касательно не граждан України. У нас є чіткое положення в земельному кодексі, которая устанавливает, что землями товарного сельскохозяйственного назначения в Украине могут владеть только граждане Украины. Соответственно, любой не гражданин Украины, сын, дочь, неважно кто, получивший в наследство землю после любого гражданина Украины с целевым назначением товарного сельскохозяйственного назначения, обязан на протяжении года после оформления наследства эту землю продать. По сути дела, это единственная категория людей, на которые не распространяется мораторий на продажу земель товарного сельского. Они обязаны в течение года продать. Если они этого не делают, государство имеет право абсолютно законно изъять у них эту землю. Бесплатно вообще. Отобрать, просто говоря. Если они этого не сделают. Пока еще в моей практике случаев изъятия государством таких земель не встречалось, ну некогда, ну не дошли еще руки у государства, хотя владельцев таких земель, иностранцев, очень много. Ну действительно очень были перемешаны все у нас родственники, да, и очень много людей, у которых родители, к примеру, граждане Украины, а сами они граждане там той же России. Они приезжают, получают наследство, нотариус обязан им выдать наследство. Мы их предупреждаем о том, что они должны в течение года продать. Они говорят, да, спасибо, забрали и уехали. Так, наступне питання. Ну, ви, власне, вже торкнулися його оформлення рухомого, нерухомого майна. На чому ще треба, ну так, наголосити, зробити акцент, аби наші глядачі знали, звернути увагу? Ну вот это основное, то, что я уже сказал, что недвижимость в основном оформляется по месту, по стране местонахождения недвижимости. Движимое имущество оформляется в стране открытия наследства. Плюс эта конвенция, она именно касается стран СНГ. Помимо этого, есть еще у Украины договора, двухсторонние, которыми тоже может быть установлены какие-то особенности оформления наследства, там, к примеру, после гражданина Украины в Португалии, не знаю, в Испании, и так где угодно. Вот. Соответственно, для того, чтобы понимать, как и когда оформлять наследство, вот, нужно либо знать этот договор, либо, опять же, обращаться в соответствующую фирму. То есть, что я вам могу сказать, как рекомендация для наших слушателей. По наследству в Украине можно смело обращаться к любому нотариусу Украины, который практикует оформление наследства и занимается им. Да? Это почти 90% всех нотариусов. Неважливо, приватный, державный. Неважно, да. Он вас проконсультирует и практически всегда нормально, правильно оформит.
Что касается наследства, оставленного за границей, нотариусы Украины, как правило, этим не занимаются, потому что это не их компетенция, угу. Они не могут представлять интересы человека за границей. Это работа специальных юридических фирм, которые на этом специализируются, которые знают, как подавать заявление за границу, когда, в какие угу. сроки, знают законодательство, у них налажены партнерские связи с адвокатскими фирмами тех стран. Угу. Рассчитывать на то, что вы сами, не зная языка, поедете там, в любую другую страну и оформите там наследство, далеко не везде законодательство выписано для людей. То есть в Советском Союзе было очень много плохого, но были некоторые хорошие вещи. Вот одна из хороших вещей заключалась в том, что законодательство СССР писалось языком, понятным рабочим и колхозникам. То есть это целевая установка была для тех, кто писал законы, что законы должны писаться языком, понятным рабочему и колхознику со школьным образованием. То есть у нас каждый гражданин мог почитать закон и понять его. Сейчас мы переходим уже к более европейской и американской системе, когда законы пишутся настолько высокопрофессиональным, сленговым даже языком, с употреблением там подряд 20 юридических терминов, что даже юристы с многолетним стажем, там, получая в руки очередное творение наших законодателей, вынуждены по 20 раз перечитывать один абзац, чтобы понять, о чем там речь. И это на своем языке. У нас еще есть одна тема для обговорения, власне. Прийняття наслідства спадщини і заповіт. В чому тут буде полягати основний коментар? Сейчас в Україні дуже сильно ужесточилось отношення судов всіх інстанцій, від першої і до вищої, к пропуску срока для прийняття наслідства. Якщо раніше любая там справочка из районной поликлиники, из школы, из детского садика там, о том, что у вас есть какая-то там уважительная причина, почему вы пропустили срок для принятия наследства, угу. принималась судом, суды шли навстречу гражданам и продлевали срок для принятия наследства, который для первой очереди по умолчанию полгода, вот. То сейчас практика ужесточилась. И суды поголовно всем отказывают в продлении срока. Отказ в продлении срока. Понятие півроку, аби вступити, прийняти спадщину. Полгода срок для принятия наследства. Если вы его пропустили и вы не были за границей или не были очень тяжело больны, то вы практически теряете право на наследство. В связи с этим... Это справедливо чи ні? Чому таке? Это закон. Потому что гражданский оборот должен происходить, и нельзя держать имущество неоформленным много лет. Недвижимое имущество обязывает. Нужно платить коммунальные услуги, нужно его ремонтировать. За ним смотреть нужно. Когда имущество брошенное, оно причиняет неудобства всем соседям, которые вокруг него зарастают. Там начинают селиться наркоманы, бомжи, там растят коноплю и так далее. То есть неоформленная недвижимость причиняет неудобства другим собственникам. Поэтому ее нужно оформлять. Поэтому полгода и будьте добры, оформляйтесь. Не оформились, пролетели, государство заберет. Коли ці нововведення були прийняті? Это срок полгода существует еще с Гражданского кодекса 64-го года. Вопрос не в этом. Есть два вида наследования. По закону и по завещанию. По закону наследуют кровные родственники и те, кто состоит в брачно-семейных отношениях, в разных там 5 очередей. По завещанию наследует кто угодно, даже организации, то есть юрлица, если они указаны в завещании. Так вот, у нас, к сожалению, люди чуть-чуть путают и считают, что если у них на руках есть документ под названием завещание, то есть заповит, и они вот тут указаны как наследник, то им уже ничего не надо делать. Так вот, это заблуждение поголовно и очень часто вызывает пропуск
срока для принятия наследства. Завещание – это всего-навсего один из способов наследования. Есть наследование по закону и наследование по завещанию. Наличие у вас на руках завещания еще не означает, что вы получите наследство. У нас хвилинка залишається. Що треба робити, аби не пропустити все ж таки? Если умер человек, вы должны обратиться в течение полугода к нотариусу, подать заявление о принятии наследства. Неважно, по закону или по завещанию. Це кінцевий термін, все, треба все зробити. Если вы его пропустили, очень сложно потом в суде его восстановить. Вы потеряете наследство. Але можливо. Можливо при наличии уважительных причин, которые я указал, сейчас суды принимают всего две. Продолжительная болезнь и нахождение за границей. Все. А люди, имея на руках завещание, теряют наследство. Я вам дуже дякую за актуальні питання. Ми сьогодні говорили про актуальні питання оформлення спадщини, за ваш коментар. Сподіваюся на наступні зустрічі щодо актуальних питань в цій сфері. Я дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре. До свидання.